Короче говоря, тут очень много этих единиц. Их, это вам, наверное, издалека. А нет, у вас, видите ли, видно. Но здесь очень много единиц. Есть большие, есть вот такие вот масенькие. Я это буду, наверное, очень долго делать. Ну, как я сказала, я поставлю на ускорение, потому что это может у меня занять час или более. И, наверное, половину я буду снимать по частям, потому что у меня окончательно тогда память забьет. Я сейчас пока только открою саму красочку. Улику. О май гад, это что? Так. Как это понимать? Фу, фу, да. Сейчас я это попытаюсь разделить. Короче, я открыла, и вот тут уже немного намазюкала. Это будет очень долго, но зато, смотрите, в прошлых не было так много краски. Вот видите, здесь гораздо больше краски. Здесь она до колпачка переполнена. И я думаю, что на этот раз не хватит. Потому что на прошлый раз... Ну, понятно, что в прошлый раз было меньше. В прошлый раз и картина была меньше. Мне теперь это придет очень долго красить. Ну что ж, звук я, наверное, здесь потом выключу. Поехали! Кстати, удобно, я могу с крышечки брать.
Короче, это очень долго, поэтому я буду выкладывать фотографиями.